Вопрос 92. В этот пост можно собороваться или только в Великий пост? Ответ. Хотя я и не ограничиваю никого вопросами более 10 лет уже, но помнить, что вопросы должны быть по Священному Писанию. Этот вопрос я не смогу ответить, опираясь на Библию. Об этом сказано только в одном месте у апостола Иакова, в 5 главе, 14 стихе. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это собрание пресвитеров у одра болезни и названо соборованием. Сколько, когда, в какое время, натощак или после обеда, ничего не указано. Сегодня учат, что любой может пособороваться, получить елеопомазание, было бы желание, потому что тут прощаются грехи. И идут, приезжают, на всякий случай, не помешает, а авансом, здоровья, так даже и лучше кажется. Согласно указанного места видно, что призывать нужно, а не идти к пресвитерам. Почему? Очевидно, что болезнь очень серьезная и сам недвижим и нетранспортабелен. Принято, чтобы было 7 священников, полнота. Но где их взять? Решают, что один епископ вполне может и одним священником выполнить недостатки резонно. Восполнить, да. Помолятся над ним. Не о нем, а над ним. Это редкое выражение говорит о лежащем в больнице или в реанимации. Он не молится с нами вместе. Молится, но положение его не рядом, а ниже, очевидно, в лежачем положении. Сколько раз мазать? Всего ли, как у нас? Как оладушки на масленицу блестят, пропитанные маслом. Может, так и хорошо, но все же исцеляет молитва. Послание Иакова, 5 глава, с 5 по 18 стихи. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. И молитва веры не масло. Масло дает видимость телу, чтобы реальное представить вхождение в душу благодати. Все совершает Бог на невидимом уровне. Болезни, как правило, производные от грехов. Важно, что и следующий стих относить именно по смыслу к предыдущим стихам. Чтобы признавались в проступках друг против друга, жили мирно, дабы молитва друг за друга была искренняя от сердца. Пример Ильи одного допускает силы молитву одного, так что остальные, если и слабо молятся, не ослабят силы соборования. Можно и не в пост, была бы болезнь, остается дело за малым. Веру добыть и масло купить. Пост вовсе ни при чем. Иначе можешь уйти из жизни, и все масло пойдет на пироги и на поминки. Вот опять вопрос на ответ. Вот представь, этот вопрос задали, ну, которых я называл впереди священников-то. Но ни одного же, ни одной строчки из этого нету. На Библии не ссылаются. И с таким пафосом говорят, и обязательно умолчат, что деньги платят, деньги, без денег не принимаются. Соборование это побор, деньги, деньги, деньги.
Не можете служить Богу и мамоне. Они опровергли эти слова. Мы можем служить мамоне и без Бога. Произнося имя Божие, красивые ризы надеть, кадила, дыма можно много напустить в глаза людям. Ну вот ответ. Пусть кто-нибудь опровергнет. Я прямо говорю, я не могу ответить по Слову Божию. Нет об этом ни слова. И вот одно место есть болен, вот его я расширяю, все. Но у меня нет образования духовного, никакого. И нет гуманитарного образования. У меня вообще ничего нету, кроме желания быть с Богом. И что из этого получается? Вот такие ответы. Так что мне с ними соревноваться никак нельзя. Тут ни одного слова они не поддержат. Никогда от этого не откажутся. Здоровые, крепкие идут на работу, заходятся попутно, авансом. Это не помешает. Наперед, для здоровья. Над ним пусть объяснят. Объяснит кто-то из них? Нет. Да этих священников-то сколько, которые в интернете имеют там целые каналы. Ничего они не скажут. Это все богохульники, волки лютые. Люди пришли не к ним. Они пришли к Богу, Дом Божий, Дом молитвы. А священник как рупор. А что он скажет-то, когда Слово Божие не знает? Я отвечаю, не знает. Я 57 лет нахожу это подтверждение. И то, что вот этот принял священник, то, что здесь есть, это, может быть, один или два. Самые ярые враги, противники Слову Божию, противники Духу Святому. Это один из грехов против Духа Святого. Ну и еще дальше. 93-й.